ничего не писал сюда. За это время успело накопиться много мыслей, и произошли серьезные перемены в моей жизни. Постараюсь как-нибудь упорядочить все это. Начну с того, что привыкнуть к новому городу, к новому дому, было нетрудно. Как и везде. Ты можешь рассчитывать только на себя самого. А этот урок я уже давно усвоил. Я провожу время, мои ровесники, наверное, легко бы ответили на этот вопрос. Ходы на свидания, университет, тренировки, общественные организации, движения, многочасовые походы в торговые центры, всевозможные клубы и тусовки. Люди, с которыми я общался, в основном про это и рассказывают. Например, про то, на какие товары нынче скидки. Где самые вкусные вишневые пироги. Или про то, как усердно они напились все выходные. И как тяжко им было идти на работу утром в понедельник. Я же предпочитаю никуда не соваться. Лучше посмотрю какой-нибудь хороший фильм. Я забываю, что кино можно ставить на паузу, и долго жду, чтобы сходить за стаканом воды. Я чувствую дикую жажду, хочется что-нибудь сделать, но я даже не знаю, чего я хочу. Вам может показаться, что я какой-то социофоб и терпеть не могу людей. Нет, это не так. Просто мне иногда кажется, что за большинство людей уже давно решили, как им жить, чем и в какой последовательности заниматься, что любить, а что ненавидеть, как разговаривать и как думать. С такими людьми у меня просто нет ничего общего. Тратить на них время бессмысленно. Работу найти не могу. Никому не интересно, что я умею и что я знаю. Все ждут от меня коммуникабельности, полного отказа от вредных привычек и умения работать в коллективе. Такой опыт ничего не значит, когда твоя фамилия не такая же, как у начальника или гендиректора. Я часто натыкаюсь на объявления о том, что нужны водители такси в ночную смену.
не самый худший вариант, особенно когда ты голоден и надо платить за жилье. Да, пожалуй, это то, что нужно. Сегодня мы приготовим отличный сочный кусок свиньи. Кажется, только сегодня у этого животного были планы на вечер. Что ж, пригласим поросенка к нам на ужин. Шаг первый. Пока плоть теплая, поработаем ножом. Ничего страшного, он уже ничего не чувствует.
Здравствуйте. Вы хотите вступить в нашу организацию? Да. Ну, если вы хотите устроиться, давайте заполните анкету. Вы меня заинтересовали. Я готов быть в вашей организации. Это все, конечно, замечательно, но не я здесь командую. А кто здесь главный? Руководителем нашей организации является Давид Иванович. Под его руководством находятся все наши проекты. Это хорошо. Я готов вступить в вашу организацию. А вы знакомы с уставом нашей организации? Нет, но я готов. Да не переживайте вы так. Я для начала тогда дам вам анкету. Вы ее заполните, я задам вам парочку вопросов. И там уже прикрепим вас к какому-нибудь, к нашему проекту. Ну что же вы мне пишете? Почему странно, если вы так ведете? Просто я не видел еще красивее девушки, чем вы. Спасибо, но давайте не будем отвлекаться от дел. Об этом вы можете подробно прочесть в его блоге. Но одна из самых актуальных проблем, которой он занимается в данный момент, это проблема подростковой преступности. Мне нравится его идея. Замечательно. Вот и заполняйте. А как вас зовут? Ольга. А я Степан. Очень приятно. Может, мы сходим куда-нибудь вечером? Вы вправду нетерпеливый. Просто мне кажется, что вы одиноки. Откуда вам знать, может быть, у меня есть молодой человек? Я не про это, просто... Тут столько разных дел, листов. Тут каждый занимается чем-то таким, и мне кажется, что вы одиноки. Хотите стать моим другом? Да. Что скажете? Ну, не знаю. Я понимаю, что может быть место не совсем актуальное для этого, но мы можем собраться, увидеться где-нибудь вечером, и там вы мне расскажете про Давида Ивановича и про всю вашу организацию. Хорошо. Тогда я вам напишу. Что значит никого нет? Ты мне предлагаешь отправлять Давида Ивановича на автобусе? Ты издеваешься, где я найду сейчас свободного водителя? Подожди, что такое? Я на машине. Она у меня стоит у входа. Я могу отвезти, если нужно. Все, я нашла машину. Thank you.
Ну что, спасибо за помощь. Я этого никогда не забуду. Да, не стоит благодарности. Так, не надо принижать свое достоинство. Слушай, ответь мне на один вопрос. На какой? Что тебя беспокоит? Меня? Да. Это сложный вопрос. Нет, это хороший вопрос. В нашем городе очень много мусора. Это и улицами даже назвать трудно. Здесь столько всяких людей. Они тут творят такую дичь. Эти наркоманы, проститутки, барыги. Всякого отребья этого. Просто вот здесь вот. Постоянно возить их здесь. В этом такси, блядь, поганом. И я хочу с этим бороться. Это просто мне надоело уже. Ну что ж, рад это слышать. Я сделаю все, что возможно в моих силах, но мне нужна помощь. Я готов вам помочь. Отлично, отлично. Ну, давайте, Степан. Рад знакомству. Удачи вам. Еще обязательно встретимся. Теперь я много работаю по ночам. С 8 вечера до 8 утра. Иногда чуть дольше. Заработанных денег хватает. Стараюсь не тратить все на всякий хлам. Понемногу откладываю на... не знаю даже. Я редко общаюсь с пассажирами. Иногда просто не хочется. Иногда они заняты своими делами. И я к ним не лезу. Если возникает какая-то неловкость, всегда можно включить радио. Повезет, если наткнусь на какую-нибудь старую песню. Иногда, если скучно, можно подслушивать разговоры пассажиров. Вчера, например, подвез мужика, который врал своей жене по телефону, что едет к другу, а я высадил его у ночного клуба. На прошлой неделе было два странных парня, которые прямо на заднем сиденье решили снять фильм. И даже успели обсудить многие детали сценария. Я люблю тебя, жизнь. Я люблю тебя снова и снова. Вот уж окна. Я шагаю с работы устала, я люблю тебя, жизнь, и хочу, чтобы... Шаг второй. Немного соли на рану, а также перца и щепотку чили. Thank you.
Степа, Степан, надеюсь, у тебя все в порядке? Извини меня. В следующий раз будет... совсем по-другому. Как ты хочешь. Правда. Ну ладно. Как скажешь. Пока. Все это время думаю только о ней. Трудно объяснить, почему. До этого у меня были свидания с девушками, и они проходили нормально. И все эти девушки были хорошими, но что-то меня всегда не устраивает, или даже отталкивает от них. Она оказалась холодной. И отстраненной. Как и все остальные. Она даже не попыталась понять меня. Ну, потому что он приперся уже в наглую, просто мне его никак не спровадить было. И я понимаю, что у меня выхода элементарно просто нету уже совершенно. Он встал надо мной, как гора просто какая-то, и говорит, пошли. А он меня так уже достал, я уже совершенно другими делами занята, и он мне одно, что пойдем со мной на свидание, какую-то хрень мне говорит, какая я красивая, там что-то еще в этом духе. Короче, хренотень всякую собирает, эти примитивные комплименты, которые... Не знаю вообще, кто на них обращает внимание. Ну и в общем, думаю, ну ладно уж, раз так, я, ну хотя бы схожу в кино, в которое он позвал меня. Безумно романтично, просто оригинально. В общем, я вся вот в таком вот виде. После полного рабочего дня, после этого кошмара, который сегодня произошел там, собралась силами и пошла. Я, конечно, подумала, что раз уж у него машина, он бы мог меня и забрать, между всем прочим. Ну, я доехала сама. Он стоит у входа, меня ждет в этот кинотеатр. Я на него смотрю, и мне ж тошно стало. Это он так на свидание принарядился, это просто видеть надо было. Это нечто. У него какая-то ужасная одежда, я даже не понимаю. Ну, он как-то не сочетает
он не понимает вообще, как сочетать стили в одежде. Это просто что-то странное. Я такого не видела. Близко настолько. Ну, фигня. Думаю, ну хотя бы фильм посмотрю. Все равно я хотела давно его посмотреть. Я зашла. Особо я с ним не разговаривала, он что-то какие-то дебильные вопросы задавал со своей этой улыбочкой, вообще абсолютно дурацкой. Я даже иногда вопросом задавалась, действительно ли у него есть мозг. Ну и вот. Я. Нет, нет, он... Мы заходим в гардероб, куртки сдаем, он свою прекрасную, чудесную куртку снимает. Просто он на нее даже не смотрел, куда он что бросает. Он, я говорю, со своей дебильной улыбочкой, с этой, это просто сели, начали смотреть фильм. Я успокоилась уже, думаю, ну слава богу, хоть посижу в кои-то веки спокойно в этом мире. Мне приходит смс-ка на телефон. Ну, я достаю телефон посмотреть, вдруг там что-то важное. Отвечаю. И я понимаю, что он просто таращится в мой телефон. Причем не так, что краешком глаза, а он наклонился даже и смотрит. И я, ну, мне уже неудобно стало, я на него чуть-чуть поворачиваюсь, я говорю, что-то случилось? Он говорит, кто это? Да, ну, фигня, я убрала телефон. Через какое-то время мне приходит ответ на это сообщение. Я достаю телефон уже просто посмотреть. И он снова начинает уже таращиться, он уже просто вот так наклоняется, чтобы реально он пытался разглядеть, кто там мне что написал. Мы видимся как бы третий раз, даже можно сказать второй, или я не знаю, виделись ли мы вообще, общались, как можно так вообще с людьми обращаться. Я убрала телефон, я думаю, нафиг, я лучше не буду доставать никакой телефон и максимально избегать с ним каких-то контактов. Ну, мне пофиг на него было какое-то время. Потом я понимаю, что он опять на меня продолжает так вот пристально смотреть. Он совершенно не смотрит в экран, он смотрит на меня. Я на него поворачиваюсь. И он мне такой, а что ты делаешь после фильма? Я ему отвечаю, сейчас я смотрю фильм. Ну, как бы логично такие вещи после решать или что-то такое. Ну и закатила глаза, и сижу дальше, смотрю фильм. Там что-то интересное в этот момент происходило. И я чувствую, сиденье начинает трястись. Он начинает трясти ногой, какую-то хрень в руках перебирать. И я этого не переношу, просто жутко. И опять он мне, так что ты делаешь после фильма? Я уже не выдержала, я говорю, да я не знаю, что тебе нужно вообще от меня. Он что-то, ну, успокоился, ну, он не успокоился, я ему просто грубо так ответила, рявкнула чуть-чуть на него, причем достаточно громко, там, ну, человека три точно сидело в зале. Вот. Ну, он чуть-чуть прибалдел от этого ответа моего милого. И через какое-то время... Мне уже даже не хотелось никакой фильм смотреть. Он мне... Так поехали ко мне! И наваливается на меня просто с рукой вместе. И я ему говорю, ты не обалдел ли, дорогой мой? Никуда я с тобой не поеду. Это просто кошмар какой-то. Он психанул. Он не то чтобы просто психанул. Он подскочил с сиденья. Идет фильм. Еще где-то середина фильма была. Подскакивает сиденье, да как ты так можешь, или что-то такое. Короче, какая-то хрень, я даже не поняла. И убежал практически оттуда. Просто он так психовал, что это ужас. Он, по-моему, там снес вообще половину кинозала после этого. Ну и он ушел. Я думаю, ну хер с тобой. Я досмотрела фильм, досидела до конца. Зря сидела, между всем прочим. Выхожу, я думаю, ну, может, он там где-то успокаивается на улице, там, курит или что-нибудь такое, как обычно там себя ведут все. А его нигде нет. Я, честно, я даже не представляю, откуда берутся такие люди и на что они вообще надеются,
своей жизни. Типа, он действительно думал, что я куда-то с ним пойду, или что... То есть он действительно думал, что я куда-то с ним пойду? Как бы то, что я согласилась с ним на это свидание, прекрасное свидание, идти, это уже должно как бы его обрадовать. А он еще такие вопросы задает, будто я ему что-то должна. Я не представляю, это откуда вот у него вообще такая мысль могла появиться? Он себя-то видел в зеркало? Нет, я, конечно, все понимаю, но все мы люди. Но все-таки он должен, наверное, понимать, кто я и кто он. Разве это так сложно понять? Боже мой. Ну вообще, конечно, может быть, я на него обратила внимание только из-за того, что он так относился ко мне как-то. Вот изначально в его глазах было что-то такое. Он будто вот начал фанатеть по мне просто. Какое-то такое отношение, что он был согласен на все и принять все, мне так казалось. Все, что я скажу. Удивительно, конечно. Ну, да. Ну, наверное, да, я действительно хотела бы, чтобы... Даже не то, чтобы фанатели, а... Я думаю, поклонялись. Ну... Все-таки я думаю, что я достойна этого, и в этом нет ничего плохого. И даже, я не знаю, я бы какое-то большее слово сказала, чем поклонялись. Мне нужно, чтобы все мною болели. И чтобы каждое мое слово просто у них в ушах звенело, и чтобы они это воспринимали как истину и слышали только мои слова. Только мои слова. И чтобы везде, везде делали всякие фанатские посты и, ну понятно, обложки журналов, интервью, на самом деле это все не так важно, сколько важно вот это отношение людей, когда они тебе готовы подражать, когда они хотят становиться тобой, когда они делают все, чтобы быть похожим на тебя, когда они постоянно об этом заявляют везде, что да, я хочу. Я действительно этого хочу.
характерного звука и запаха. Большую вышину. Ну пойми, Степан,
Главное, это просто плыть по течению. Вот так лечь. Расслабиться, и куда понесет тебе река, туда ты. Знаешь, главное же все-таки, ну, чтобы у тебя и деньги были, девушка была хорошая. И плазма, плазма. Вот такенная плазма, Степан. Главное, просто плыви. Не, Степан, ты, если хочешь отдохнуть, то отдыхай. Мы никуда не торопимся. Ты здесь находишься, не просто на стуле, не просто на кресле. Ты находишься в доме. Дом находится на земле. Его построили, его создали. Да и до этого тоже там строили. Вот. И вот сейчас земля вращается, между прочим. Но за 5 километров, там 5 тысяч метров, исчезает атмосфера. И дальше начинается другое. Дальше начинается безбрежный, бесконечный космос, где существуют десятки, сотни тысяч планет, Солнца. Миллиарды, бесчисленное количество. Вот. И ты не знаешь, откуда это началось, и почему это все происходит, и как это движется, и что это вообще такое. И ты не знаешь другого еще, очень многого. Вот. Ты не знаешь, как устроена жизнь. Почему ты живой, почему ты двигаешься, говоришь. Это чудо для тебя должно быть. Кто тебе поставил, сделал, построил? Почему это все происходит? Зачем ты живешь? Для чего? Где смысл? Это как неприятно, если ты осознаешь, что ты тля, вообще никто, уж ты. Что любой таракан весит столько же, сколько ты. Любая коряка, которая полз, даже паук какой-нибудь, понимаешь, он ровно столько же для природы значит, как ты. Никакой большей ценности ты не имеешь перед Богом, если его принимать во внимание, что он есть. Вот, допустим, это первое, что тебе придется понять. Тебе придется избавиться от этого самозазнайства, что мы люди, что мы развиваемся, что мы цивилизации, т.д. и т.п. Тебе придется избавиться от того, что меня любит Господь Бог, что, блядь, вообще он рядом с тобой не стоял никогда, не было и не слышно, понимаешь? И тебе придется и от этого избавиться. Тебе придется осознать, что ты просто кусок мяса, и ты мало что знаешь, и ты практически еще и не живешь, потому что не понимаешь до конца происходящего, не понимаешь до конца. И вот когда ты это поймешь, и ты поймешь, что ты, в общем-то, тут такой вообще, блядь, ты ничего не стоишь, твоя стоимость равна нулю. Тебе разве будет приятно, и где ты будешь искать такого человека, который будет... Захочет это же понять! Никто не захочет понять такие вещи. Один верит в Бога, другой верит, так сказать, в то, что он большой человек, третий гордится своими достижениями в жизни, четвертый еще чего-то там, правительство там, то все, пятое, десятое. Ну, ты понимаешь, дело в том, что эти люди умирают и стареют, и их больше нет. Все их достижения, это, конечно, хорошо. И еще дело в том, что они получают удовольствие от этого. Механизм удовольствия у них включен. Вот именно эти действия. А вот тебя куда он переключится? Механизм удовольствия. На познание? Да, я могу сказать. Ага, видишь? И где ты будешь искать такого же человека,
который попытается понять все-таки, что происходит, с которым ты можешь. Это было раньше. Поэтому нужно попытаться делиться. Нужно делиться знаниями для того, чтобы со временем все были тоже такими же дохуя умными. Да, такие умные и такие преимущества, что они ничего не значат. Ни в природе, ни в жизни, ни для близких, ни для людей. Отрицать придется все, понимаешь? Кровные связи, родственные связи, дружбу, любовь. Все разбирается на составные части, все отрицается, в конечном итоге остается ничего тебе. Понимаешь? Разум. Остается тебе ничего. Ты начинаешь понимать, что это все переходящие ценности, что ты просто взрываешь сущность, себя поймешь, людей поймешь, вот, кто от чего торчит. Вот. Ну, так это не конец, это же только отправная точка, только осознание. Отправная точка, она может привести ни к чему, в религии сказано. Ты можешь вознестись, а если все это узнаешь и будешь к этому стремиться, то приблизишься к Богу, короче, улетишь. Вот. А хуя? Может быть, ты никуда не улетишь? Просто ты поймешь бессмысленность, где ты находишься, что происходит, вот. И ты никуда не улетишь, но ты, может быть, станешь этим нищим, убогим или как его, там, блаженным, вот. Но это все религия, она все это обобщила, все это написали, закодировали, написали, вот. Понимаешь? Но результат-то каков? Результат такой, что можно прожить жизнь плохо, а можно хорошо. И ты никуда от этого не денешься, с твоей же точки зрения, с моей же точки зрения, если мы придем к этому, то мы должны жить, получая удовольствие. Но получает удовольствие богач, вот, который живет хороших девочек и так далее, живет хорошо, сытно кушает, то есть получает удовольствие. А убогий, который обладает знаниями, он его не получает. Таким образом, оба мы умираем, ты никуда не возносишься, я никуда не возношусь, сдохни, богач сдохнет. Система о чем говорит, что мы должны получить удовольствие от этой жизни. Вот. А знания, они побочные, они ведут к безнадежности, ну и к самоубийству. Точка невозврата пройдена. Настало время показать всем, что такое подлинная сила. Преступность процветает. Пока общество исповедует терпимость, сколько вы еще собираетесь терпеть? Пора взять ситуацию в свои руки. Надо привести себя в форму, перестать есть всякую гадость. Никакого алкоголя, тем более с лекарствами. Может начать работать днем? Режим надо привести в порядок. Я не хочу снова проспать начало войны. Так что, ублюдки, запомните, перед вами человек, которому все надоело, и он начинает борьбу со всей мерзостью, грязью, дерьмом. Вам конец! Такие, как он, знаешь, годам к 30 становятся овощем. Нет, он... Он, конечно, хороший парень. Ничего не говорю. Ничего. Отличный. Он думает, что он страдает от какого-то одиночества. То есть он думает, я одинок. Он даже не знает, что такое одиночество. Он просто ведет себя как кретин, и поэтому с ним никто не хочет общаться, и его никто не замечает. Что, в принципе, предсказуемо, не так ли? Одиночество – это, знаешь, одно из тех ощущений внутри, как на кончиках пальцев, что ты набит каким-то мусором внутри. Точнее, ты этим мусором себя заполнил. Вынужден. Это книжка по саморазвитию, например. Когда...
пачка сигарет. Для тебя уже какой-то талисман, просто без которого день не день. Это что? Это любимый сериал дважды в день? Необходимость просто, заполнение вот этого всего. Это, знаешь, хороший секс только по праздникам. Вот самый тост, когда ты говоришь, что ну этот год, вот он непременно будет самым лучшим. Вот именно этот. Не тот, не следующий, вот именно вот лучшая часть твоей жизни это вот этот год, потому что ты чокнулся стаканами. Но оно другое, оно не сводится к тому, что я один в комнате. Я одинок. Нет. Это все для малолеток. Одиночество это когда... Это когда ты в центре праздника. Тебе должно быть весело. Все такие... Вау, круто. Поехали туда, ко мне, к тебе, куда угодно. Такой, а зачем? Просто вот. Ну это ни к чему. Одиночество это когда ты просто кто-то с ним соглашается, с этим состоянием, а кто-то нет. Бороться вообще нельзя, ни с чем, потому что рано или поздно начнут бороться с тобой. Смотри, да, он вроде хочет помочь, но он не понимает как. Понять он тоже этого не хочет. Тогда какой смысл от помощи? Просто вот ради какого-то факта, ради галочки, ну, это лишнее. Помощь ради каких-то материальных благ. Я понимаю, да, корыстные мотивы это самое, пожалуй, ну, правдивое, что может быть в нем. Но ему тоже это не нужно. Это не альтруизм, это просто тупость. Это вот, ну, глупость человеческая и не больше. Я вообще не понимаю. Он просто... Он лишний. Он лишний, потому что... Он сам не знает, для чего. Что он делает. Зачем он нам живет. Это вот то самое... экзистенциальное поражение. Ты понимаешь, что самое страшное, что тебя может ожидать, это вот не стать такими, как они. А самое страшное даже не понимать этого. Вот я завидую каким-нибудь папуасам. Завидую им, потому что у них нет этих проблем. Просто все замечательно. Вот они не одиноки. Почему? Потому что у них есть все. И дело не в природе, не в бананах там. Дело в том, что они не знают, что такое одиночество. Для них это не какая-то величина, которая может что-то измерять. Он одинок или нет, у нас-то есть. Знаешь почему? Вот у нас с тобой, да? Потому что мы, в отличие от этих папуасов, мы думаем об этом. Почему мы об этом думаем? Ну, потому что так надо. Это уже другой вопрос, почему. Да. Тут нет правильного решения. Тут поражен каждый.
нет какого-то единственного верного пути. Есть твой, мой, этого лоуха из такси. Не знаю, сегодня вечером он поймет просто это. Почему он был неправ? Он столкнется вот с этим. Он вдруг в какой-то момент осознает, что он должен жить другую жизнь. Точнее, нет, что он живет другую жизнь. Что он приходит не в свой дом. Что он занимается не своей работой. Что ему нравятся чужие женщины. Что он хочет просто другую жизнь. Он грязь, понимаешь? Он не человек. Он не достоин быть им, вообще называть себя человеком. Почему-то потому, что он пустой. Никто просто. Это одиночество. Ты понимаешь, что он ничего не понимает в этом. Он не одинок. Я одинок, я. У меня нет друзей, нет никого. Тебя у меня тоже нет. И меня нет у тебя. Тут мы одни, просто одни. Вот какие-то телодвижения, вот этот вот проект, не знаю. Какая-то еще х**а. Это все вот такие крупицы. Вот что даже их никак не показать. Это просто ничто. Да пошел он нахер. Пошел нахер этот Давид Иванович. Пошел он к черту. Я понимаю, мы как бы устроились на эту работу, чтобы явно не озеленять парки. Согласись. Но тем не менее, мы какую-то пользу приносим, мы что-то делаем. И это тоже те самые крупицы. Это ничто. Если так в общем посмотреть, скажем так, из космоса. Но другое дело, зачем для себя мы это делаем? У меня вот, допустим, самый нормальный, как на мой взгляд, интерес, грустный. Тут какие-то деньги завязаны, возможно, статус, чтобы, не знаю, тебя трахнуть. С другой стороны, нужны ли мне деньги, чтобы все это иметь? Другой вопрос, нужен ли мне этот статус, чтобы тебя трахнуть? Тоже такой вопрос, что да, можем долго об этом говорить. Зачем ты мне это делаешь? Мы просто заполняем вот тут. Берем это и вкладываем в себя. Потому что если мы не будем этого делать, когда уже не мы будем в пустоте, а пустота будет в нас. И это страшно. Сегодня давай так сделаем. Позвони ему и пусть приходит. Пусть действительно приходит. Будет здорово. Я понимаю, что как бы он может быть, конечно, как-то негативно к нам настроен, но нет, я не хочу давать ему какой-то шанс на исправление. Я кто вообще такой, чтобы шансы давать ему? Давай просто его позовем. Ну, скажем так, нужно дать этой какой-то химической реакции протекать дальше. Пусть это будет катализатор. Как угодно, просто пусть сегодня приходит. Будет весело, придут ребята. Писефа хочет нас убить, меня, например. Я его выбесил, потому что он вдруг понял, что корень зла — это я. Это вот конкретно вот этот человек. Что он захочет сделать? Ну, такой, как он, просто... Он, наверное, уже взял где-нибудь какой-нибудь травмат цыганский и уже думает над фразой.
когда он скажет «Пау». Он кто вообще такой? Скажи мне, пожалуйста. Вот именно. Просто как нужно не любить жизнь, чтобы жить так. Платформу проводник, не желаете такси, круглосуточные книжные. От чего ты решил, что здесь ты будешь счастлив? Тут не хуже и не лучше, ты не дальше и не ближе. С места на место, с рюкзачком впечатлений, из города в город, по внутренней Ирландии. Прислушиваюсь к ощущениям, чай с сахаром, те же самые люди, те же самые названия, интернет-кафе и письма с тем же содержанием. Я знаю эту схему, все испробовано ранее. Ищу комнату недорого, далеко от метро. Начать карьеру в стабильно развивающейся компании. Работа, дорога на работу, сон, работа, фильмы, просмотренные на коммуникаторе утром. Музыка смешивается с сюжетами книг и равнодушными голосами из репродукторов. Куда опять занесло тебя? Когда ты вернешься, ты еще кому-то нужен. У тебя же есть дом, друзья, детство и полезные знакомства. Знакомый с детства климат и пейзаж за окном. Куда опять занесло тебя? Скоро ты вернешься и смиришься с экзистенциальным поражением. Расслабишься, доверишься инстинкту размножения. Не жить, а доживать, остепенишься и женишься. Я выйду не в том городе, сяду не в тот троллейбус. Приеду на улицу, где меня никто не ждет. Не в той квартире, лягу в постель не с той женщиной. Проживу чужую жизнь, меня положат не в тот гроб. Кого я ненавижу, так это всех. Кого я боюсь, так это каждого кретина. Ни о чем не жалею и ни о чем не мечтаю, лишь бы из меня не вырос директор магазина. Новый Арбат, сворачиваю железную дверь. Странно, я знаю код домофона. Мне на третий этаж. Офис по-клерковски уютный. Кресло, мешок на стеклянном столике. Белый макинтош. Молодой худощавый еврей со стаканом виски. Жму ему руку, даже называю по имени. В окне казино. Что я здесь делаю? Срочно бежать домой, что-нибудь соврать любимой? Нет, я остаюсь, внимательно слушаю. Я еще много раз посещу это место и этого человека. Он говорит, ему нужен сценарий к рекламе Макдональдс. Извините, это абсурд, я веган. Нет, я больше не веган. Киваю, узнаю подробности. Запуск новых игрушек в Хэппи-Милы. Скормить детям это дерьмо по рукам. Аванс домой. Помнишь, ты мечтал об Италии, милая? Плюйте в меня, я проиграл. Скоро я стану тем, кто ищет на парковке возле боулинга место. Не помню, когда точно меня не стало, но все, чего я хотел, это быть с собой честным. Дешевые рестораны, антидепрессанты, импотенция, набожность. Что меня ждет еще? Почему люди не мрут после первого секса? Мир построен на лжи, расслабься, ты обречен. Я выйду не в том городе, сяду не в тот троллейбус. Приеду на улицу, где меня никто не ждет. Не в той квартире лягу в постель, не с той женщиной. Проживу чужую жизнь, меня положат не в тот гроб. Я ненавижу себя и от этого всех. Я не боюсь смерти, но боюсь всего, что приводит к ней. Ни о чем не жалею, ни о чем не мечтаю, лишь бы эта жизнь оказалась последней.
нафига я сюда пришел? Некомфортно здесь. Вообще некомфортно. Я сюда пришел, чтобы расставить все точки над «и». Мне он не нравится. Человека или группы людей, а всего нашего общества. Но почему люди не используют все эти блага? Все мы просто боимся друг друга. Спасибо за такой эмоциональный ответ. У нас в эфире Давид Иванович, руководитель общественной организации «Надежда». Человек, который, можно сказать, родился заново. После того, как чудом избежал гибели от рук психопата, которого в народе уже успели прозвать таксистом. Да, я был знаком с ним. Могу сказать, что он хороший человек. Просто его давили. Я думаю, рядом со Степаном просто оказался плохой человек, который надоумил его натворить все это. Так вот, пусть он знает. Он еще ответит за это. Thank you.
лесу ищет дурачок и себе. Ходит дурачок по лесу, ищет дурачок глупее себя. Супостые колеса сальдом вделись в башке, в промокшей башке под ранним буйным дождем. Закипела ртуть, замахнулся кулак, да только если крест на грудь, то на последний глаз пятак. Ходит дурачок по лесу, ищет дурачок глупее себя. Ходит дурачок по лесу, ищет дурачок глупее себя. Все, что нужно миру, это хорошая встряска.